Ну что ж, всем привет, вы на канале Horror Sound, и сегодня мы продолжаем играть в Kingdom Rush Alliance 5. На прошлом стриме мне пришлось очень-очень долго потеть, чтобы пройти вот этот вот уровень. Я был вне себя от ярости, но все-таки добил его. Сегодня осталось еще два уровня, и я думаю, что это будет достаточно долго. Поэтому вполне возможно, что все испытания я сегодня не закрою, потому что через пару часов должна выйти еще одна игруха, которую я с удовольствием скачаю и буду стримить уже ее. Но пока она не вышла, давайте скорее продолжать. Итак, башня уродина. Мы вышли... это мы уже все читали. Угу. Так, тут у нас все в порядке, да, сложность невозможная. Можем приступать. Думаю, что тут у нас особых проблем не возникнет. Может, пару раз перепройдем, не знаю. Это близко, я чувствую, как это пробуждается. Да-да-да, как скажешь. Окей. Так, насколько я вижу, вот отсюда, наверное, тоже пойдут противники. Есть такое ощущение. Но в любом случае, давайте пока сюда наших товарищей мы поставим. Хотя зачем сюда? Может быть сюда? Может вообще сюда? Может быть сюда, кстати? Да. Ну, для начала вообще нужно сюда. Окей. Стоп. Точно, я вспомнил. О, прикольно. Во время катсценки можно управлять героями. И камера переключается на них. Забавная хрень. Так. Некроманты. Некроманты прям тащат же. Что, давайте сделаем здесь одного общего. И на случай, если кто-то будет проходить. Окей. Ну и пока наших ребят поставим здесь. Начинается все, как всегда, весьма простенько. Вот. С парочки этих, господи, как... Забыл, как зовут. Бездумных оболочек, да. С парочки жалких бездумных оболочек. Ну, придется сделать так. Куда, куда побежали? Куда побежали негодники? А где? Ха-ха-ха-ха. Вот, хорошо. А что она сделала? Она что-то сделала же, да? Или просто что-то сказала? Наверное, просто что-то сказала. Так, вот отсюда какая-то срань полетит. Ну, я думаю, мы примерно представляем, какая срань полетит. Других чисто летающих юнитов не было. Да, вот он, вот он. Летит негодный. А что, а как? А куда? А как? А что? А воевать-то? Надо тут стоять, получается. Благо, здесь мы разобрались с негодяями. Ну, завалите. Хорошо. Так, о, блин, еще идут. Ну, в целом, пока что нормально. Так, теперь дракона надо все-таки отправить. Сюда. Будем надеяться, что этого будет достаточно.
Угу. Ну ладно, пока мы их задерживаем, проблем каких-то не вижу. Мы можем? Да, мы можем еще качнуть. Я думаю, что следующую надо здесь сделать башню. Так, пацаны решили. Решили пройтись по своему крипу, по своей слизи. Ну, благо у пацанов не особо получается пока. Так, следующие чисто отсюда пойдут. Окей. О, приветик. Какой неприятный сюрприз. А, блин. Давайте, не даем этому засранцу пройти. Ни при каких условиях. Что, хватит, не хватит? Ну, вообще хватает, судя по всему. Сейчас, правда, еще один полетит, но мне кажется, грифоны тут важнее. Да, я понимаю, сейчас еще здесь появится пацан. Но мы его вполне возможно сможем... Да, башня справится. И на том спасибо. Так, тут есть, тут есть. Давайте тут башню ставить, чтобы точно ни одна срань не смогла пролететь. Так, а вы перелетайте в эту сторону. Так, ну что ж, работаем, работаем дальше. Казалось, пытаться их прессовать с самого начала не такая уж и плохая идея. Так, давайте вот так грифонами встанем. Чтобы парняги совсем приуныли. Здесь приятно, что они раскидываются по разным лайнам, да, то есть... Вот, может быть так, конечно же, но в основном это либо одна лайна, либо две, но без летающих, что как бы весьма приятно. Так, а мы можем сделать таким образом. Ой-ой-ой, вот этих ребят я прям совсем не люблю. Их на слизь нельзя пускать от слова совсем. И пока что у нас это получается. И это просто прекрасно. Угу. Ну, давайте все-таки здесь. Здесь они как-то подальше проходят. Ой-ой-ой, как вас много-то, блин. Вот это может быть косяк. Надо срочно следить за популяцией челиков. Нормально, вроде проследили. Так, теперь они снизу пойдут. Хорошо, убедили. С этими мы вот так или иначе справимся. У нас достаточное количество скелетов. Так, окей, приглашение решили не ждать, сами пошли. Ладно, допустим. Угу. Куда ты идешь? Зачем ты так идешь? Не иди так. Плохо. Так, грамотно. Не помню, что вот это им дает. Так, погоди, а как вот с ним справиться? А вот так. Нет, не так. Что-то как-то совсем плоховато идет. Что-то вообще плоховато идет. Нам срочно нужны грифоны. Так, грифоны молодцы. Грифоны затащили, грифоны твои, бро. Так, дракон, иди сюда.
Эх, грифоны, блин, ну чё вы, давайте, атакуйте врага. Там уже следующие пошли, как же плохо. Ну, телепортните его, ну. Ну, ладно. Тварь поганая. О, здравствуйте. Так, с вами мы будем разбираться таким образом. Так, ну лети ты поближе, ну. Да, господь, сколько вас там. Это во-первых. Во-вторых, как с этим-то мудаком бороться? Там уже следующая волна подступает. Что вообще нехорошо. Так, грифоны, наконец-то. Весьма кстати. Так, там справляемся, все. Все хорошо. Все просто потрясающе. Окей. Все равно возможность еще имеется на 3 звезды отыграть. Вот это, конечно, армия андедов меня невероятно радует. То есть всем наземным юнитам придется с ними сражаться, придется с ними считаться. Это вообще кайф. Что ты делаешь с моим здоровяком? Тебе не стыдно? А, и все? Господи. Ну ладно, делай так уж и быть. Угу. Сейчас вот отсюда полетят, мудачо. В целом, да, можем следующих вызывать. Так. Опять насрал слизью. Глазной срун. Так. Помним. Самое главное — разобраться с летающими. Это что называется обязательно. В целом все выглядит весьма приятно. Какая там волна? Десятая? А сколько у нас до этого было звезд? Две, одна? По-моему, одна. Ты сам хиляешься, бро? Я не могу на тебя нажать. Могу. Нет, костяной голем не хиляется. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Мы вам и без хила наваляем. Так, ну погнали. Эх, не того голема. Не того голема вы застопорили. Ой-ой-ой. Срочно сюда. Срочно сюда, чтобы ребята не дошли. Ребята не дойдут. Хорошо. А тут ребята дойдут? Я надеюсь, что нет. У них как-то вот вроде прилетело прям 4 снаряда, но особо погода не сделала. Это почему так? Это как так получается, кто мне скажет? А, его глаз хиляет, все, я понял. Ну да. Так, идите сюда, вы чего, эй? Так, там нормально? Не проскочит? Ну, думаю, с драконом уж точно не проскочит. Давай на всякий случай вот так вот сделаем. А, был еще телепорт, да? Ну, хорошо. Так, окей. Еще одну вроде как затащили. Так,
Я вот понять одного не могу, то есть противников как будто бы одинаковое количество. Вот. Ну, может там чуть побольше каждую волну. Но кажется, что нет. Кажется, что они прям очень жесткие. Кажется, что они с каждой новой волной все жестче и жестче. Типа у них там ХП больше, вот такого плана. Как будто бы все больше вероятность, что пройдут. Я очень надеюсь, что вы сможете, что вы сдюжите. А вот по поводу этих ребят не знаю, сдюжит ли. Давайте-ка сделаем вот так. Так, так. Дракон, а ты что без дела стоишь? Ну-ка иди воеваться. Иди воеваться, мой дорогой дракон. Лол. Мы, по-моему, первого голема лупили дольше, чем второго. Второй как-то умудрился сам откинуться в какой-то из моментов. Угу. Так, ну давайте... Нет, наверное, не сюда, а вот сюда. Вот такая, финальная. На случай прорыва противника. Так, это как понимать? Да вы достали их хилить. Не давайте пройти этим тварям. Годится. Блин, еще бегут. Да что ж такое-то, а? А, ну глаз закрылся, отлично. Так, давайте вот здесь поставим наших лучников. Во избежание недоразумений. Так. Ну, собственно... А, нет, еще не последний, еще вот здесь есть. Ну, у нас еще две волны имеется так-то в наличии. Как же хорошо он кладется, вы посмотрите. Невероятно, оглушительно. Ну что, может убьете уже кого-нибудь? Долго мне ждать. Блин, а там много засранцев идет. Ну. Увы, ах, эти засранцы бесполезны. Так, ну нормально. С этим мы справимся. А, ой-ой-ой, тут здоровяк еще живой. Как-то я этот момент не заметил, не приметил. Так, ну, собственно, все в башнях. Что делать теперь? Охреневать от количества големов. Что такое? Два сразу. Вы чего вообще? Вы что такое вообще делаете? Это хорошо, еще летающие не появились. Куда что? А вот. Так, ну давайте. Теперь получается мы все остальные улучшаем. Выглядит на самом деле очень классно. Выглядит так, будто я хорошо подготовился. Если, конечно, сейчас я без скелетов не останусь. Это прям четенькие, четенькие. Окей. Ну давай, покажи, на что ты способна.
Давай, показывай, показывай свою настоящую силу, давай. Игры кончились. О. Лупим-то мы по ней знатненько. Очень знатненько. Мне прям нравится. Верните гоблина Рифа в ее... Что? Я не понял, что я сделал, но я что-то сделал. А что ты здесь делаешь? Иди-ка лупи, пожалуйста, вот эту дрянь. Блин, срулила. Засранка мелкая. Так, ну-ка, появляйся. Да, я помню, что ты появишься где-то здесь. Так, очень хорошо, что мои некры вполне себе нормально насекают. Можно не париться по дополнительным этим. Хотя вот эти штуки неприятные, на самом деле. Я даже на них потрачу свой скелет, наверное. Да ну почему? Да ну вы издеваетесь. Ну нет. Я не верю, нет. Мои башни должны справиться. Сука, она улетит. А, вот ты где. Так, окей, тут справились. Очень я рад, что с этими фиолетовыми мудаками мы смогли разобраться. Сколько ж у тебя хп, тварь. Ну, она как минимум потом еще телепортнется. Дракон, ты будешь делать что-то полезное? Пожалуйста, делай что-то полезное, дракон. Сейчас это важно, как никогда, дракон. Да какая она толстая. Сейчас она, наверное, улетит, да? Я пока повременю, кстати. Она, по идее, должна улететь. Или нет? Или она не улетит? Да блин, походу она не собирается улетать. Да нет же. А телепортнуть ее? Жесть. Фух. Последний момент. Но в итоге-то мы затащили. Так, хорошо. Ох, ну давайте теперь страдать. Хотя сейчас мы вряд ли будем страдать. Потому что здесь мы, по крайней мере, можем все виды башен покупать. Я даже думаю, здесь, наверное. Ну, вперед, чё. Начнем сразу.
Прикольно, она пропала, а ее корона просто осталась валяться на стульчике. На троне. Кайф. Забавная хрень. Вся надежда на моих геройских героев. Пока что. Очень хорошо, что эти башенки идут... Ой, что эти мелкие блески идут наверх. Ага, сейчас полетит какой-то мудень. Готовы ли мы к этому? Спорный момент. О, смотри, полетел скотине. Ладно, хорошо. Давайте сделаем так. Блин, вот там очень неприятно проходят здоровяки. Следим за здоровяками. Ну, вроде хорошо. Ай, там уже следующие пошли. Это... Ой, какой неприятный дядь пошел. Так, где-то мои герои. Но мы его завалили. Завалили же? Да, мы его завалили. Кайф. Ой, блин, еще убежала. Ну давай. Хорошо. Так, это мой достаточно. Ладно, сосредоточьтесь на этих, а там грифон справится. Я надеюсь. А тут что? А, блин, я не улучшил этого. До рыцаря смерти не улучшил. Да поганые жиробасы, ненавижу вас. Будьте вы прокляты. Ну ты посмотри, какая жесть. Вот и что нам с этим говном делать? Иди, атакуй их, блин! Да. Что-то я жидко обосрался. Охренеть, они живучие твари, поганые суки, мрази. Просто ненавижу. Прошел. Ладно, ну окей, не вопрос, ничего страшного. Просто надо будет контролировать этих засранцев в какой-то момент. Проблем с этим не вижу. Мне кажется, все-таки надо делать упор на низ. Снизу их идет больше, и они жестче. Почему, не знаю. Вот у меня такое мнение складывается. Ну а что это такое? Какая-то одна странная плюющаяся ящерка. Сверху. А снизу там, блин, целые отряды здоровенные. А что если сделать вот так, а потом, когда он полетит, он ведь не сразу же полетит, правильно? Вот он только сейчас летит. И мы, соответственно, вот сейчас ставим этих. Да, вот таким вот образом. И можем по нему лупить. И неужели не залупим? Залупим, хорошо.
Так, окей, ладно, тут пока еще держимся. Тут справляются. Давай-ка вот сюда, грифонов. Ну, так-то вроде хорошо. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Так, да, вот. Максимальное внимание на вот этих вот товарищей. Грифоны сейчас, по идее, должны будут подъехать. И подъедут они у меня. Давайте вот сюда. Годится. Так, дракона поближе, чтобы уже сейчас начинал по ним насекать. Или по нему насекать, тоже неплохо. И вот они, эти твари. Не даем им подойти. Так, Броден, блин. Не тормози. Глаз, закройся, тварь. Сука, он пожирел. А, ну, он не сильно пожирел. Это не самый страшный жирнич, которого... нам доводилось встретить. Так, теперь да, вот максимально, пожалуйста, следим за вот этим чериком. Хорошечно. Так. Не даем им эволюционировать. Ни в коем случае. Так, ну этих мелких говняков мы и снесем. Так, вернулись на исходные. Так, хорошо, что скелеты появились. Много скелетов, это хорошо. Это на здоровье. Да, я так и думал, что произойдет нечто подобное. Поэтому мы слегка подготовились. Ага. Так, ты куда полетел, мелкий говнюк? Давайте еще разочек по всем насечем. Слушайте, ну это очень хорошо. Пока что. Вот. И самое главное, что очень вовремя появляются эти рыцари смерти. Так, дракон, не сачку, иди сюда. Разобрались? Разобрались. Окей, так. Просто сразу же. Сразу же на этого говноеда. Все свои мощности на говноеда. Мощности, правда, что-то не особо много. Не слишком мощно выгляжу, видите ли. Ладно, сиди пока здесь. Разнесли? Хорошо. Так, дальше, 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 дальше. Не даем работать, не даем. Вот это нехорошо. Вот это, блин, совсем нехорошо. Блин, это сейчас запустит говна. О, тут справились. Годится. Вот, он запустил своих говнарей поганых. Я надеюсь, что мои ребята справятся. Справитесь же. Да, справились, хорошо. Вот это мне не нравится. Так, ну у нас есть телепорт. Нет! У нас только один телепорт остался, плохо. Лупим по нему, лупим сколько можем. О, как хорошо, что здесь появилось. Блин, я не заметил этого. Черт. Ну как же так-то, ну. Ну его-то телепортнут, конечно. А вот здоровяка, блин, не телепортнут. Очень нужны грифоны, очень нужна это. Все надо, очень надо. Давайте, давайте. Ну надо, надо, надо попробовать. Хорошо. Фух! Выиграйте все испытания компании в греческом режиме. Да! Кайф. Фух.
Приятно, приятно. Ну, а теперь перейдем к самой горячей части. Башня Уродина. А, я понял, это последнее железное испытание, которое надо пройти. О, и на него нам дают эти магические башни. Интересно. Я бы сказал, что это крайне приятно. А, блин, тут не поставить, обидно. О, тут еще и некры есть. Вообще выглядит весьма кайфово. Ну да, давайте вот так вот просто сделаем и все. Ну хотя, конечно, будет непросто. Скорее всего, придется повозиться. Тем не менее. А, о, можно призывать короля. Прикольно. Не знаю, правда, насколько это прикольно, но прикольно. Король, очень много отдыхаете. Надо меньше отдыхать, больше двигаться. Давай, за ним иди, за ним иди. Не давать этому мудаку пройти. Ой-ой-ой. Блин, это ошибка. Мне кажется, эта ошибка мне сейчас будет стоить игры. Ну да, грифоны полетели, естественно, херней страдать. Не, не сможешь. Не сможешь. Ладно. Не-не, это в целом понимаемо. В целом это было понимаемо. Никак. До этого вроде было как. Так, ну погнали еще разочек. Чем раньше мы будем сносить говнорей, тем лучше. Что-то, правда, на этого говнаря теперь ничего не хватает. О, вот это было кайфово сделано. Выглядит как ошибка. Да, это знаете, почему выглядит как ошибка? Потому что да, вон он пошел. Но на него можно вот так вот сделать. Он все равно успеет высрать своих мелких засранцев. А, король пропал? А куда король пропал? Короче, на те же грабли наступил я. А давайте тогда дракона сюда. Оброду сюда. А что если сделать так? А сюда этих чериков понаставить. Спустить, естественно. Что у вас по хп? Вообще копейки. Слэш, Хадсон. Роза? Так, ну ладно.
А давай вот так сделаем. Может, так удобнее будет. Давайте, мой король, работайте, работайте. Спасибо, мой король, отработали. О, смотри-ка, разнесли. А куда делся? Блин! Король пропадает раньше, чем КД идет. Это очень плохо. Так, не надо. Но... мы смогли справиться с противником. На удивление быстро. И можно теперь связать его боем королем. Вообще выглядит хорошо. Сейчас кажется, что король его завалит. Король его завалил. Отлично. Так, ну значит, пока не паримся. Куда ты пошел? Что там? Что там? Тут фигня. Ай, блин. Как-то я пропустил этот момент. И король пропал. Ну, это все, да? Да. Ладно. А что я сделал? Куда я грифонов потратил? Возможно, не стоило грифонов тратить так расточительно. Ладно, запомним. Да! Мудак. А может, мы тогда сюда поставим, раз мы все равно... Давайте, да, вот так поставим. Так, еще мы вас, естественно, опустим. И вас поставим сюда. Допустим. Ну а почему бы и нет, действительно? Давайте еще сделаем этих реактивных челов. Пробуем. Да, эти... у этих, кстати, неплохой урон, на удивление. А, вот я что забыл сделать. Надо было овцу сделать. Да, они и без овцы их вроде нормально сносят. Да не, вообще по кайфу работают, ребята. Так, давайте этих пропустим. И... сделаем вот так. Во-во-во-во, правильно лупите. Это неприятно, но вроде как не критично. Или, блин, критично. Блин. Заагрили все-таки. Так, давайте вот так вот здесь на всякий случай сделаем. И вот так вот на всякий случай сделаем. А, что мы сделали зря? Нет, не зря. Эти все равно сейчас сюда полетят. Так что нормально. Ну, как минимум с одним разберемся. А если я сделаю вот так? Будете ли вы нормально по ним насекать или нет? А, там прошел кто-то, я не заметил. Ой... похоже, это очередной многочасовой секс.
Я ошибся. Nothing is forbidden. Darkness beckons. Hunting high and low. All guns blazing. Clear the road. Clear the road. This is the way. Hunting high and low. All guns blazing. This is the way. Clear the road. Mm-hmm. We rule the ruins. Darkness beckons. Obey, sheep. Nothing is forbidden. Obey, sheep. Мне кажется, так будет правильно. Просто что дальше? Вообще надо по-хорошему бы вот эту. А знаете... А, я не могу здесь строить эти лучников, точно. Лучники бы сейчас хорошо зашли, конечно. Но лучники не зайдут и попить не вынесут. Так, и где? А вот. Вот, из него сделают овцечку, и эту овцечку расстреляют. Как же быстро это произошло. А еще одну овцечку не? Не, не хочет. Ну и ладно, мы и так справились. Так и вот, чего мне хочется. Но боюсь, что в данном случае не может. Я пропустил. И это большой проблеме, что я пропустил. Да, что-то вы вообще не наносите урона. О, боже мой. Значит, надо сюда ставить что-то противовоздушное. Значит, остается только магия. Магическая башня. То есть, если вот здесь это какую-то роль, судя по всему, играет. И вот здесь тоже. То вот здесь уже никакой роли. Давайте так. Очень надеюсь, что этого нам хватит. А если не хватит, значит не хватит. Овца! Хорошо. Ой, как хорошо. Просто потрясающе. А в чем была проблема? Как они в прошлый раз доходили? А, они не доходили, просто я не обращал внимания. Понятно. Что с Максончик? Теперь всегда обращай внимание. Хорошо, хорошо. Не даем пройти скотам. Ай, красота какая. Так, ну блин, пробежали такие.
И я не знаю, вот, вот сюда давай. Окей, допустим. Так, ну этого, мне кажется, просто завалят. Просто потому, что могут. Не сможешь? Господи, какая же бесполезная эта башня. Вы посмотрите. Это просто жесть. Еле-еле. И тут уже следующая пошла. Фух, повезло. О-о-о, вы посмотрите, кто там прибежал. Кто к нам при... Это что такое? Нет, 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 нет. Надо явно сюда идти. Не пускать. Ни при каких условиях. Дракон, иди воюй. Иди воюй, дракон. Ну, связать, связать, связать боем, хорошо. Боем мы его связали. Но я думаю, четырех должно хватать. Не хватает. Да это жесть как. А, вот все. Фух. Фух. А, и там новый появился, да? Как же это хорошо. Просто потрясающе. Так, пошли в сраку. Окей, допустим, здесь получается. Ну как же медленно получается? Это просто кошмар. Проходят скоты. Ой-ой-ой. А, нет-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 нет! Король, какого хрена ты там сидишь, штаны свои протираешь? Ну, он сейчас очень много их... Ой, какая грязь. Сейчас. Что с этим делать? Телепортируй. Так. Стопэ, каким-то чудом живем. Так, король, иди воюй. Побаиваюсь. Побаиваюсь что-то использовать сейчас. Но пока держится нормально, хорошо. О, не зря побаивался. Так, работайте, грифончики мои, работайте. О, бегом. Бегом разносим засранцев. Ой-ой-ой-ой. Какая большая неприятность на наши головы. Что? Блин, я понял, что. Ай, еще один. Нельзя. Блин, он высрал все-таки. Эта сука высрала из себя. Что там? Там справишься, не справишься? Я не понимаю, что делать. У меня разбегаются глаза. Нет, не проходи. Так, пацаны, идите туда. Окей, но, блин. Я сейчас так потратился неприятно, что... О, еще и этот летит, блин. А, ну он овца, хорошо. Всего лишь жалкая овца. Так, замедляем, замедляем. Ну вообще, есть такая идея, что сейчас подсобят грифоны. А грифоны-то подсобили. Есть! Вы...
Это было очень просто. Выиграйте все испытания в стальном режиме. Чё там? Класс. На все три уровня у меня ушло меньше часа. Я ненавижу предыдущий уровень всеми фибрами своей души. Окей, ну что ж, с испытаниями покончено, осталось на невыносимой сложности одолеть последнего босса. Каким-то образом. Давайте сделаем это после небольшого перерыва.